Отлично. Значит, вот мы сейчас поем «Питер». Но дело в том, что мне пришла в голову мысль к этой песне прикрепить тоже эпиграф. Эпиграф, который принадлежит не Мише, а принадлежит такой даме, которая... которую зовут Анна Ильинична Ишумская. Вы знакомы с ней? Нет, я с ней знаком не был, но очень много знаю, слышал. Ну, в бардовской среде конечно, ребята узнают. Да. Вот. И когда мы с Мариной исполняем этот «Питер», мы обычно предваряем значит, вот этим эпиграфом. Признаваться в любви всегда тревожно и трудно. Никогда не знаешь, что прозвучит в ответ. Но если вы сможете выйти вечером в блики фонарей, чуть пригашенных серенькой вуалью мелкого дождичка, поежиться от забирающегося за воротник ветра, вдохнуть тонкий, совершенно неповторимый запах влажного гранита, и в это самое время хотя бы на несколько минут, хотя бы на несколько минут сделаться счастливым, значит, город вам ответил на любовь. Пара дней всего несколько минут, миг один и вот прожита зима. Пережито мучило прощание, с крыши порвалось, снега бахрома. То не тротуар, шины булькают, улицы штормит, то не сон, не явь. Плачет светофор, пешеход болты, остановлен бег, дальше только вплавь. И тогда нырнуть камнем, замереть, вынырнуть и вновь погрузиться в хляб. Тяжелые Невские мосты, что глядят века на течение рек. О, острова, снежный дрожжей, секрет небесный кондитер. То не зима, то не ближе. Просыпается Питер. Холодно рукам, в кулаки дышу, и в перчатках лед, и в карманах снег. Чудится везде за любым углом черная вода ленинградских рек. Завтра гололед поплывет опять, Моцарт до капель, запорожит Бах. Все-таки весна, что-то странное в городе дождей. Зарева во льдах, может быть, она не решается выплеснуть себя, разгуляться вдрызг, глупо сотворить, опозориться, голову терять на свой страх и риск. Нет, то не страх, просто кругом правит художник или властелин Божьей милостью не допустит он критики извне, не подарит он легкой почести не влететь в него на лихом коне, перебьет борцов за признание и размоет ли в нем следы борьбы. Избранность свою кто доказывал, регулярно здесь расшибали лбы, но не избежать этих берегов племени бродяг в поисках мечты. И не ощутить при падении гибельней, чем здесь, мертвой пустоты. Свить облик твой, хватит и слов, цифр иероглифов, литер, с ног леса.
запьешь. Отнимешь кровь, но не отдам Киева и Питер. Браво! Браво! Самое интересное, что Эдуард и Марина это исполняют совершенно не так, как это делаю я. Вот абсолютно. Поэтому я даже вот не... А что если я... бы... Да. А что да. если было бы сейчас это исполнено? Не-не-не, ну зачем? Нет, зачем? А это было бы интересно. Дело в том, что ни одну из песен, которую я пою, и никогда в жизни не исполняет так, как ее исполняет автор. И иногда даже достаточно далеко ухожу от авторского варианта. И это, мне кажется, замечательно. Я более того, я хочу сказать, что мы, вот когда с Эдуардом выступали когда-то, у меня всегда было ощущение, что вот в нашем общении, вот я старший товарищ, потому что вот как бы, а Эдуард Борисович, он вот... Он дико легкий на подъем, какой-то хулиганистый. Он романтик. Романтик. Он способен на то, чтобы взять и вот что, а давай вот так, а давай вот это. А я наоборот говорю, ну это мы не можем, потому что вот то-то и то-то. Нас же ждет, вот мы упремся вот в это, говорю, ну и что? Ну а что, трудности не бывает, что ли, не упремся? Я каждый раз, так и хотел сказать, мой юный друг. Потому что вот, возраст, штука же, она такая, знаете, ну, вот сколько живешь, ну, не биологическая. Ну, ты знаешь, вещь. Его папа называл это «Вечный другое. Студент». Вот да. Вот. Не, ну, просто ты такой фундаментальный. Ну, я даже когда был молодым, у меня были сомнения, а молодой ли я человек? Слишком, да? Даже помнишь, когда мы с тобой играли сценку... Поэтому сейчас мне комфортно. Где два матроса там танцуют. Балтийцы, да. Да, балтийцы, вот это. Я вот тоже все чувствовал, что какой-то такой, ну это такой серьезный уже, проплававший всю жизнь. Вот, такой. Вот, да. А я такой вот с ним как-то это вот, как, вот я говорю, я, как я нотариус на... в этой, да. в этой да. Не, ну слава политике. Богу, я свой как-то возраст поднабрал, да, чуть-чуть. Вот сейчас мне как-то более комфортно, да, вот стало. Потому что тогда, я думаю, я какой-то пацан, а ощущение, что вот, ну вот я должен давать советы какому-то вот юноше. Я думаю, что, наверное, прервемся, да, давайте сейчас? Давайте, да. Потом дадим слово.